Нет, это не сон. Это особняк Лили Бауман. Не могу поверить, что мы играем на вечеринке у Лили Бауман. Я тоже, я готова посмотреть все ее фильмы 10 раз. Как вы думаете, что ей нравится? Если бы она была мной, а я ею, то я была бы самой счастливой девочкой на свете. Я самая счастливая девочка на свете. Если так написано в журнале, значит, это должно быть правдой. А ты, маленькая ящерица, тебе весело на моей вечеринке? Ты единственная, кто дружелюбен ко мне сегодня. Я не знаю большинство людей на этой вечеринке. Они мне чужие. Пока! Девчонки, быстрее, пошлите скорее! Ну куда? Я нашла фотокабину, где можно фоткаться в забавных позах. Non, merci, Oriana, tu vas... Нет, спасибо, Ариана, я не буду кривляться на камеру. Allez. А ну, no. Пошли! Нет! Воу, j'adore ce palais. О, потрясная новость! Как вульгарно! На сегодня это будет их ловушкой. А когда избавимся от принцессы раз и навсегда, то заберем... Милорд! Вы избавились от принцесс! Мы над этим работаем. А милорд, ловушка уже расставлена. А когда разберемся с принцессами, превратим эту крепость в наше земное убежище. Для начала победи их! Ну же, Талия, улыбнись! Я улыбаюсь! Шикарки! Талия, смотри, как мило. Как смешно. Лили? Лили? Хей, давно не виделись. Ты не помнишь меня? Нет. Мы вместе ходили в школу, в класс Мадам Фебер. Играли песню «Ромео и Джульетта». Ты была Джульеттой, а я... Ромео? А, Джереми Лазон, я тебя не узнала. Очень рада тебя видеть. Ты теперь знаменитость. Да, я знаю, это должно быть здорово, но на деле... Ты подпишешь мне это фото? Конечно. О, за эту фотографию я получу кучу денег! И продам ее, продам! Опять меня использовали ради денег. Иди сюда. Хоть ты не пытаешься использовать меня. Тест, тест. Проверка. Раз, два, три. Кому-то нужна наша помощь. Но тут столько людей, кто же из них в беде? Разделимся и поищем. Извините, мы тут кое-кого ищем. Ух ты, сэндвичи с сыром! Похоже, все здорово проводят время. Конечно, это же вечеринка Лили Бауман!
Тут есть игры, сэндвичи, даже лицо можно раскрасить. И можно покраситься под льва. А что такое лев? Это огромный зверь с пышной гривой. Ну же, Пелдеса. Лили? Лили? Простите, вам нужна кабинка? Нет, мы здесь, чтобы помочь тебе. Твои друзья тоже заставили тебя на камеру улыбаться. Да вообще-то, у меня нет друзей. О-хо-хо, как смешно! Не может быть, ты суперизвестная звезда! Это же смешно, у тебя не может не быть друзей! Так почему же ты грустная? Чего вы на меня так уставились? Лили не шутит. Она считает, что у нее нет друзей. У меня нет настоящих друзей, которые говорят мне правду. О, потрясно! Например, Талия, она всегда супер честная. У тебя правда нет друзей? У меня есть агент, менеджер, публицист, стилист, но нет ни одного друга. Ни один человек здесь мне не друг. А, это самое грустное, что я когда-либо слышала. Как ты вообще живешь? Заткнись. Тебе просто нужно выбраться отсюда и познакомиться с хорошими людьми. Давай мы поможем. В этом мы профессионалы. Поторопись, Мефисто. Время вышло. Все готово. Incantation Ib... Iberario! Voilà qui devrait plonger... Это нейтрализует магию принцесс. Они станут беззащитными, и мы их схватим. Где ты вообще взял этот посох? Это старинная семейная реликвия, передается по мужской линии. От придворного шута? Проксина, почему ты такая злая? Я уже и забыла, как заводить друзей. Попробуй поговорить с ними просто так. Говори, я люблю вас. Ух ты, сэндвичи с сыром. Попробуй. Эта девочка выглядит мило. Предложь ей. Окей, она не любит сыр, найдем кого-нибудь другого. Что происходит? Почему все спят? Мне кажется, что эти милые искорки имеют к этому отношение. Бежим! Амару, нам нужны твои крылья! Подожди, Лили пойдет с нами. Что происходит? Это папарацци, хотят сфотографировать тебя. И мы тебя увозим. Опять. Принцессы, узрите свою судьбу. Где они? Они улетели, а твое заклинание усыпило всех, кроме их. Я к этому не имею отношения, к твоему провалу. Успокойся, у меня есть и другой план. Вы чего тут прячетесь? А, нам захотелось узнать, как тут все выглядит так интересно. Да это же Лили, суперзвезда. Похоже, она считает меня скучным. Нет, ты самый веселый из всех, самый.
Ой, Сева. Да, это так. Чё-то спать захотелось. Натаниэль! Натаниэль, проснись! Не засыпай! Опять эта магия! Нужно забраться повыше! Какая сильная магия! За этим всем точно стоит громоз с близнецами! Но как магия нашла нас? Кажется, эти искры вышли из фотокабинки. Фотокабинка! Ты что-то видишь? Мой нос такой большой! Кристаллы, там должна быть шпионская камера. Так точно! Хорошо сделано, Мефисто! Кристальный подъем! План Малефик Дуси. Злой план! Часть вторая! А где близнецы? Мы должны вернуть Лили скорее! Это какое-то реалити-шоу? Позволь показать тебе нечто реальное. Мефисто, а кель момент? А Мефисто, ну когда же твой план сработает? Ловушка уже в пути. Кристальный поиск! Близнецы там! Нужно торопиться! Он идет! Он идет! А Мефисто? Это ты его сотворил? Ну как тебе? Как только принцесса явится сюда, мы начнем супервечеринку. Ты не понимаешь, что значит вечеринка? Ирис, принцесса Эфиди! Талия, принцесса Ксериса. Собираешься всех фотографировать? О, мои глаза! Альтруина! Кристальная защита!
beaucoup de chance. Тебе повезло, но в следующий раз не помашет. Ориана, tu as été cristallisée. Ориана! C'est vrai? Посмотри, ее закристаллизовали. Да, конечно, c'est pas si mal. Но она выглядит неплохо. Лили, что сделали с нашей подругой? On s'en va. Развлекайтесь. Сейчас мы вам устроим супервечеринку. Взрывная пленка. Нужно ее обезвредить. Кристалл Колизьян! Кристалл Циркулар! Кристальный шар! На этот раз мы их возьмем! Кристальное зеркало! Essayez donc de contenir celui-là maintenant. Попробуйте-то теперь обезвредить эту пленочку. Il faut qu'on sorte d'ici. Уходим отсюда. Кристальное освобождение! Простите, кажется, я немного вздремнула. Мне приснился такой странный сон. Там были папарацци, летающий конь, скучный парень в баре. И правда, странный сон. Но это был просто сон. Так с чего мы начинали? Тебе нужны друзья. Да, точно. Ты знаешь, вы так много сделали для меня, вы мне помогали. Хотя мы даже не знакомы. Мы любим помогать. Это наша работа. Знаете, я была так занята карьерой, что забыла о чем-то важном. Я забыла, что мне нужны друзья, такие как вы. Я все время сидела в комнате, но мне нужно побольше общаться с друзьями. О, это отличный план! Обнимашки! Как насчет музыки? Согласны. Зажжем! Лили, чуть не забыла твой шарф. Подожди, ты что-то обронила? Дружба — это сокровище! Проксина! Мефисто! Проксина, Мефисто! Я требую объяснений вашего провала! Это корона Феди, и сейчас все ее силы закованы подальше от вас! Эту песню мы посвящаем нашей новой подруге Лили! Дон ле дут, ты знаешь, что у тебя есть друзья, которые тебя любят.